Всем привет! Меня зовут Максим. В этом ролике вы узнаете, как можно заработать в интернет-проекте просто гейм, при этом уделяя минимум времени. Так как компания является международной, она использует наиболее популярную в мире валюту – американский доллар. Один мой друг предложил мне вступить в данный проект, при этом он меня предупредил о том, что регистрация бесплатная, но мне нужно будет оплатить $10 для активации площадки, так называемой матрицы. И нужно пригласить двух человек, и чтобы те тоже пригласили по два человека. Я прошел бесплатную регистрацию, и так как $10 – небольшая сумма, по сути три чашки кофе, я оплатил первую матрицу и занял свободное место. Кого пригласить в проект, я знал сразу, поэтому в течение 15 минут после регистрации рассказал двум друзьям, Паше и Мише. Я не просто дал свою реферальную ссылку для приглашения, а в деталях объяснил, что им тоже нужно привести по два человека. Парни ответственно отнеслись к делу и не только пригласили по два человека, но еще и объяснили им, что им тоже нужно пригласить по два человека. Таким образом, с помощью друзей я закрыл свой первый цикл первой площадки, то бишь матрицы, в течение 2 часов. Я заработал по 5% с каждого партнера на первом уровне и по 95% с партнеров на втором уровне. Моя прибыль составила 390% от стоимости матрицы, то есть в деньгах это $39. С этой суммы у вас автоматически списывается $10 на второй цикл. Это значит, что у вас снова открывается 6 свободных мест, в которые вы можете пригласить новых партнеров. У меня как раз есть еще 2 человека. Таня поняла, как все работает, и без проблем пригласила двух партнеров. Света смогла пригласить всего лишь одну подругу. По какой-то причине она не может найти второго человека. Что происходит в таком случае? Я являюсь ее спонсором. Спонсор – это тот человек, который пригласил вас в компанию, который предоставляет вам всю необходимую информацию и постоянно помогает. Поэтому, когда я приглашаю нового партнера, он занимает свободное место под Светой. Такие манипуляции в системе называются переливом от вышестоящих. Я снова заработал процент от каждого моего партнера. Минус $10 на оплату третьего цикла. Вы скажете, что изначально речь шла только про двух человек, а здесь нужно пригласить еще 6 человек. Давайте предположим, что я больше не хочу приглашать. Спустя некоторое время мне пришло 2 перелива, уже от моего вышестоящего спонсора. Они тоже поняли, что и как нужно делать, и пригласили своих друзей. Таким образом, без моего участия, с помощью моего спонсора, закрылся мой третий цикл. Хоть я никого не пригласил, но мой доход снова составил 390%. Есть еще один способ, как закрыть свой новый цикл. По правилам маркетинга компании, все ваши партнеры движутся за вами. Предположим, что я снова никого не пригласил. Все те партнеры, которые находятся под вами, независимо от того, вы их пригласили или они пошли от вас переливом, после того, как они тоже закрывают свои циклы, они снова занимают под вами свободные места. И даже их партнеры, которых вы в жизни не видели, после закрытия своих циклов могут тоже встать под вас. И снова без моего участия закрылся мой очередной цикл. За счет того, что вы кого-то пригласили. Кто-то пошел под вас переливом. Ваши друзья кого-то пригласили. Ваши циклы будут закрываться все быстрее и быстрее. Компания позволяет зарабатывать еще больше. Для этого вам нужно уже с заработанных денег оплатить вторую матрицу стоимостью $20. Система автоматически выполняет эту операцию, резервируя деньги на покупку второй матрицы. Это происходит после закрытия второго цикла на первой матрице. Как заполняются свободные места? Мы помним, что на первой матрице ваши партнеры шли за вами из цикла в цикл, с вашим участием и без него. Так вот, во второй матрице все то же самое, так как стоимость второй матрицы дороже, то и доход становится больше. При этом первая матрица продолжит полноценно работать как у вас, так и у ваших людей. Все вышеперечисленные правила действуют для всех матриц вплоть до 9. Благодаря тому, что вы изначально создали качественную команду, вы сможете закрывать свои матрицы и циклы по несколько раз за день. Есть такие люди, которые хотят заработать еще больше. Таким оказался мой друг Димон. Он не любит мелочиться с маленькими суммами и решил сразу занять в компании 4 матрицы, при этом потратив суммарно $150. Что произошло? В первой матрице он занял под моими партнерами свободное место. То же самое произошло и во второй матрице. В третьей матрице он становится уже лично под меня, обогнав всех остальных партнеров.
А вот в четвертой матрице он обогнал даже меня. И теперь я и моя команда будет один цикл работать на Димона. За счет того, что он рискнул и вошел сразу на 4 матрицы, он будет получать переливы, при этом ничего не делая. В следующем цикле система поставит его обратно под меня. Но когда я его приглашал, то я не просто дал ссылку для регистрации, я его предупредил, что ему тоже нужно будет пригласить двух друзей. Думаю, суть понятна, и продолжать не стоит, чтобы не затягивать ролик. При желании вы сами можете посчитать, сколько с какой матрицы вы сможете заработать. А всего их 9, и самая дорогая стоит $2560. К примеру, возьмем 7-ю матрицу, стоимость которой $640. Предположим, что с помощью команды вы закрыли хотя бы один цикл. Умножаем на 390% и получаем $2496. Хочу обратить внимание на несколько моментов. Когда вы будете приглашать человека, то не просто давайте ему ссылку для регистрации, а объясните ему, как это работает, и что ему тоже нужно будет пригласить минимум 2 человек. Если вам тяжело объяснять, такое бывает, что не каждому дано, то просто покажите ему это видео. Есть и такие люди, которые говорят, что им некого пригласить. Но, во-первых, 2 человека – это не так много, а во-вторых, $10 – это не такая существенная сумма, и ее может позволить каждый. Вход в бизнес начинается всего лишь с $10. Также предвижу вопрос, а разве это не финансовая пирамида? Но могу вас успокоить, это вовсе не так. Объясню почему. Все 100% денег распределяются между участниками проекта. В отличие от большинства сетевых компаний, в которых сеть выплачивается в среднем 50-60%, остальное забирает компания. Здесь же создатели проекта участвуют на равных условиях с остальными. Деньги на счетах не накапливаются, и их можно выводить сразу после их поступления на ваш кошелек в личном кабинете. И компания не выплачивает фиксированный ежемесячный доход, либо процент суммы на вашем счете. Так что проект разориться попросту не может, и потеря денег для участников исключена. Другие высокорисковые компании, которые обещают стабильный ежемесячный доход на пассиве, рано или поздно закроются. Здесь же все зависит от ваших действий и вашей команды. Проект «Просто Гейм» позволяет не только зарабатывать хорошие деньги, но и расширить круг полезных знакомств, попасть в окружение целеустремленных, заряженных людей и качественно изменить свою жизнь и развиваться вместе.